постановление исполнительного комитета о даче согласия на передачу в собственность этого Гагаузия земель лесного фонда. Мы все помним эти баталии, которые проходили с некоторыми нашими примарами и депутатами. В принципе, не с некоторыми, только с одним. Поэтому я считаю необходимым, невзирая на амбиции некоторых людей, которые несознательно поступают в отношении своих избирателей, однако от этого не должны страдать интересы всей нашей автономии. Поэтому предлагаю вашему вниманию следующее постановление. С целью улучшения рационального использования земель лесного фонда, расположенных в территориально-автономном образовании Гагаузии, исполнительный комитет Гагаузии постановляет дать согласие на передачу из публичной собственности государства, собственность АТО Гагаузия, земель лесного фонда, расположенных на территории АТО Гагаузия, согласно протоколу заседания комиссии по инвентаризации земель лесного фонда от 15 марта 2017 года.